Я не могу сказать, что вот есть что-то, что я в людях как-то специфическим образом ценю. У меня счастливая жизнь, потому что я видел самых разных людей. Я работал психотерапевтом в обычной психиатрической больнице. То есть как бы, я видел все, что только может быть в жизни. Я работал на телевидении, в крупных компаниях. Там все непросто, все драматично, все всегда на нерве. И люди там, конечно, проходят огромные испытания. Я думаю, что в каждом человеке есть что-то, что заслуживает как минимум доброго отношения, но в пределе восхищения. Вот. Но это не значит, что все люди, которые меня восхищали по жизни, потому что они были в чем-то невероятно одарены или совершали какие-то действительно мощные поступки. Это не значит, что они во всем остальном были хороши. Иногда они во многом были просто хуже худшего. Люди сложные существа, и нет единого аршина, которым можно их измерить. Но для добра всегда есть место в любой душе.